Привет, зритель. Внезапно нету посуды. Она вся на сушилке. Короче, так как мой телефон на зарядке почти полностью разряжен, и фоткать никак, я решила это завидосить. Первая, так сказать, проба сковороды, я ее уже помыла, она уже даже высохла. У меня тут есть, вот я тут сегодня купила. Тут хороший состав. Оно живет до, даже не до завтрашнего дня. Я забыла, что у меня часы на день вперед. Я сегодня жила по 24 часу, а сегодня, оказывается, еще 23. Короче, я хочу сейчас это вот туда. А то, что не влезет, наверное, надо будет заморозить. Там у меня еще есть мясо. Я тут при свете потолочных фонарей. И действительно, масло она совсем чуть-чуть, я вот полила как бы на предыдущую сковородку, ну, вот на зажарку было бы нормально. А тут и предыдущая сковородка слегка побольше была. Короче, как-то много масла вышло, оно как-то согрелось, стало его как-то еще больше, чем было. Масло, кстати, виноградное. Совершенно отличное масло. Когда закончится, буду той же фирмы, только уже арахисовое рафинированное дело. И есть. Пользовать. В том чайнике у меня пока ничего. Я сейчас собираюсь каких-нибудь травок собрать. Ну, смысл найти и заварить его. А здесь у меня кипятится вода. У меня тут, кстати, сенча японская из обзора Сазона. Она, конечно, как бы и сенча, как бы японская. На порядок ниже, чем ту, которую мне Никита прислал. Но это не китайская сенча пересушенная, черт еще. А именно хороший такой зеленый чай даже чем-то отдает. И я как-то на глаз насыпала сюда, и получилось много. И пришлось мне ложкой отсыпать сюда. И в итоге у меня будет два чайника с сенчей заварены. А тут у меня груши. Одна и другая, что-то я их начала есть, но они у меня не влезли. И я вот это, думаю, сейчас их зафигачить в блендер и сделать смузи. Ну и бананы у меня там темные лежат. Хочу сделать на второй части сливок мороженое, которое уже делала, только с другим сиропом. Слушай, зрители, их ведь еще надо переворачивать. Я сейчас вот этой лопаточкой, которую мне мамина подруга подарила 8 марта, перевернула их. У меня тут всякого всего. Даже алоэ замороженный. Сейчас обратно буду в морозилку это все сунуть. Я, конечно, знатно лоханулась. Я думала, что я есть не захочу, но... В итоге, все-таки, видимо, я все-таки захочу есть. Блин, мне сейчас надо срочно что-нибудь своять на, скажем так, на второй, в смысле, к котлеткам. У меня есть. Но это я как бы сегодня купила. Оставила специально чек, чтобы просто сравнить потом цены, какие у нас на некоторые продукты в этом, в магните бывают. Если на велике ехать, то как бы... Дешевле намного, да? А если самой покупать, ну, в смысле ехать на автобусе и также покупать, то местами та же самая цена будет. Тише, что хоть ты творишь вообще, а? Это ведь даже не это. Кстати, впервые купила тыкву. У меня, в принципе, можно сейчас что-нибудь такое травое быстренько своять. Я хочу. Как вариант, можно сделать макароны. Я, наверное, сейчас сделаю макароны. Давно не делала макароны. У меня еще есть макароны, при этом еще, которые я когда-то покупала. Они те, что я... Периодически, наверное, буду делать, раз уж у меня макаронная машина есть. Макароны варятся. Так вот, таким внезапно мне его даже сегодня завезут. Штативчик. У меня даже мысля появилась похавать на камеру. У меня, правда, никакой темы в голове нету. От меня, наверное, что-то ждут умного. Поэтому, может быть, я просто похаваю без камеры. Вот таки оно. Моя любимая сестричка мне его таки занесла. За что и, конечно, большое спасибо. Хотя мне тоже сказали спасибо за это. В общем, у меня тут осталось... Убрать вот этих двоих, троих точнее. Макароны почти сварились. Завтра она будет масло покупать. В общем, я тут процедила макароны. Добавила в них кусок сливочного масла. Достала плавленый сыр. Но так еще ничего тут и не сделано. Зато у меня два чайника с этой самой сенчей. Черный хлебушек. Сыр плавленый, колбасный, крышечка от этого самого.
Я так думаю, может мне спросить народ. Типа, дайте какую-нибудь тему разговорную для мукбанга. Так все, блин, зависнут, либо никого онлайн не обнаружится. Тут у меня немножко этого самого. Короче, курица у меня еще была этими моими любимыми ножками от Корена. 5 штук целых там. Я ее по пакетам рассувала, в морозилку сунула, но вот это у меня не влезло, это у меня, я из этого сделаю с овсяной крупой. Ну, в смысле, да, с овсяной перемолотой крупой, скажем так, с овсяной мукой. Тефтельки, там у меня в кастрюльке беленькой что-то типа борщика, ну, в смысле, там был сук этой самой, как ее звать-то, то, что в борщик добавляют, свеклы. А так, по большей части, это щи из квашеной капусты. Да, вот здесь у меня перерабатываемый мусор сюда кидается, бумажный. В смысле, то, что можно потом жить в саду. Внезапно, я думала, оно пишется, оно нет. Короче, в общем, у меня тут осталось еще на раз макарошек. Я решила, что это будет ролик чисто готовки еды, типа готовим с Лёлей. По-моему, Марина дала такое название. Тут у нас уже этот. Потому что я чувствую, что если даже я буду делать мукбанг, то мне придется воевать за еду. Я не хочу воевать за еду, я хочу просто поесть. Плюс мне еще про чайничек надо будет ролик смонтировать, который вчера не случилось, ибо зачем делать кривую программу, которая почти ничего не может. Лучше доделали бы нормальную какую-нибудь одну, хотя бы тот же OpenShot. Короче, в общем, потом я буду монтировать чайничек. А после чайничка буду монтировать то, что я вот сейчас снимаю. Сейчас я положу котлетку, и у меня будет последний кусок за снятие. В первую очередь перепало. У меня там кусочек такой был. Я когда накладывала из контейнера пенопластовой вот этой хренотенькой лопаточкой котлеточку, этот шарик куриный, то у меня кусочек отвалился. Ну, в смысле, как-то я его присобачила. И он у меня отдельно как бы жарился. Я ему все дала, чтобы он у меня не насиловал все, что тут есть. У меня с одной стороны подпекло, с другой стороны не очень. Думаю, нормально. В общем, и тут масло дофига осталось. Теперь я буду знать, что на этой сковороде она действительно меньше масла раза в 3, чем я положила. Оно у меня 4 еще котлетки осталось. Вот. Вот такое вот у меня тут действо. Куриные котлетки, макарошки. Тут, значит, еще соль была, я воду посолила, прежде чем макарошки закинуть. Ну и сливочное масло. Всем приятного аппетита. Если вдруг решили купить такие... В Ашане не стоили, короче, по 149, что ли, или по 169. Ну, в общем, что-то около того, или 150, или 170, как-то так. В смысле, 149 с копейками, или 169. Макароны самые обычные, я даже не помню, какие. Ну, тут 600 грамм, я думаю, еще вполне нормально. Сколько? 8 котлеток, 600 грамм. У меня вот 2 котлетки еще в морозилку ушли. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!